Сергей Васильевич, вот утро завтра наступит, вы проснетесь, например, победителем в сегодняшнем конкурсе. Давайте вот, сегодня день придет. А все-таки как потряхивает? Понимаете, что сколько проблем, как свалится на вас? Ну, коллеги, конечно, это я объективно осознаю всю степень ответственности. Она еще, будем говорить, наверное, так, приходит волнообразно. Если так по большому счету говорить, я вот сейчас прошелся по городу, тут уже неделю, в принципе, все равно езжу, смотрю, как-то ты уже все равно в эту атмосферу начинаешь погружаться с абсолютно иным взглядом. Я там для себя уже сформировал такой коллаж, подбор фотографий, над которыми нам необходимо будет прямо серьезно поработать. Я не буду сейчас концентрироваться на проблемах, но, конечно, взгляд уже абсолютно иной. Поэтому я все понимаю, воспринимаю этот груз и степень ответственности, но это шаг осознанный. Шаг, подкрепленный каким-то таким внутренним, наверное, такой патриотическим побуждением. Поэтому я готов там склонять голову, руки, силы для того, чтобы делать определенные шаги на улучшение. Спасибо. Спасибо. Все, что я хочу. Все развернул. Да что там? Здравствуй, Олеся. Твое? Нет, у меня вообще вот.